Всем привет, с вами Прия. Среда, 14 часов дня, ну окей, 10 по Москве. Пришло время открыть сундучки, ПВПшный и ПВЕшный сундучок. Да, на этой неделе я все-таки решил немножко побегать по мифик плюсам, ну, потому что просто необходимо было дропнуть гетику. Я это сделал. 4 рана, и по итогу гетику упала даже не мне. Упала паладину, с которым я заранее договорился, чтобы он поставил лут на ретрика. Это было весело. Окей, ну что, поехали. По сундучок, 470-й лут за 200 рейтинга. Это тот самый тринкет, который мне говорили дропнуть. Замечательно. 470-й эквип — это идеально для него. То есть с этим тринкетом можно апать рейтинг. Все замечательно. Хорошо. Осталось еще ножки поменять. Я не могу найти пати на Радана в мифике. Ну, это действительно сложно. Некоторые люди вообще уже закончили рейдинг. Некоторые люди просто имеют фулл слоты и к ним не попасть. Короче, сложно все это. Окей, лут на анхолика, быть может, 475-й гетику? Будет смешно. Ступни, крит-хаст на продажу. Они ни к чему абсолютно. Так... Толтогор 15, модификаторы текущей недели, взрывной, прямый, тиранический. Тиранические усиленные боссы, взрывной, при смерти мобы взрываются, прямый, минус агро. То есть какой-нибудь монг, танк, рогахант будет идеален. Ну, вы это сами прекрасно знаете. Окей, так, а что теперь тогда я сделаю со своим пвп-гиром? Какой бы тринкет поменять? Который на мейн стат или щупальцы дестагата? Наверное, щупальца нужно будет поменять, потому что знак падшего гладиатора он дает версу, что довольно-таки приятно. Верса — это такой стат хорошенький, который разгоняет как тики-дот, так и вообще выживание немножко поднимает. То есть дэмэдж от гетику даже от вот этой дотки он поднимается за счет версы. К примеру, я сниму этот тринкет, на котором 283 версы, и уже не шестизначное число от дотки. Вновь надеваю тринкет. Не продать бы его случайно. Вот, и уже шестизначное число. Это приятно. Я действительно рад этому тринкету. Тот самый момент, когда PvP-лут реально радует. То азеритка полезная, бисовая, то тринкет. Круто, круто. Надеюсь, вам тоже повезет. Планы на неделю. Вернуть 200, потому что было слито 140 рейтинга. Потихонечку апаю. Прошлая неделя немножко, правда, была неудачной. То есть, как я там отыграл, 40 на 46. Ну, то есть даже не 50% винрейта, меньше. 48, 47, 46, 45. Ну, что-то такое, короче, мне лень считать. Вот. Ну, надо апать. Не откажусь от инвайта на Радана в мифике. Не откажусь от инвайта на Асшару в мифике. Да, это будет действительно полезно. Асшара в мифике нужна для эссенции. Ну, то есть я готов пофармить, да, побегать там, спать и какое-нибудь. Касательно Радана, нужны ножки. Окей, если я не попаду на Радана в мифике, то я скрафчу их. Они уже будут сразу с сокетом, что в целом довольно-таки приятно. Только придется статы ролять, придется руды покупать. Это будет весело. Окей, займусь этим. Удачи вам в недельном луте. Думаю, все будет замечательно. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылках в описании. До скорого!